Татарстане создан фонд помощи восстановлению утраченных храмов. За полгода в республике произошло 7 случаев поджога. Самые крупные пожары произошли в Чистополе, в селе Ленина Новошишминского района, в селе Албай Мамадышского района и в Рыбно-Слободском районе в селе Крещённые Козыли. По поручению президента Татарстана Рустама Миниханова эти храмы будут восстановлены в кратчайшие сроки, но многие татарстанцы изъявили желание помочь в восстановлении святынь. Пожертвования можно перечислить на специальный счет Казанской епархии с пометкой «На восстановление храмов». Реквизиты на экране и на нашем сайте www.tr.tv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 .t